Сегодня будем играть какой-то симулятор, как сдохнуть, как управлять самолетом, создать рейс. Я уже немного поиграла и, в принципе, поняла, что тут нужно делать. Поэтому есть деньги. Вау. Я хочу этот, печенье. Ура! Купила печенье! Ладно. Все, печенье куплено. По мой рейс. Ой, блин. Конечно же сделано. Все. Ворота 10. Пошлите в ворота 10. Это вообще куда? Куда, простите? Короче, пошить за моим этим. Ты за мной идешь, я не понимаю. О, прикиньте, дебил за мной идет. А я думаю, это он меня отводит. У меня есть уже чемоданчик. Я не знаю зачем. Мне ничего не нужно, у меня все проверено. Тут нужно не управлять самолетом. Если бы так было, это был бы трэш. Какую начать? Я еще даже не дошла. Пошлите быстрее, это у меня уже заждались. Да, у меня эконом, и чё? Ну, скоро прокачаюсь не до эконома. Ничего в этом такого нет, я считаю. Так, ладно. О, блин. Закрываем этих и начинаем посадку. Ну, я типа имею в виду, чтобы они вот сюда заходили. Смотрите. Вот видите, идет первый. Вон, 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 пошли, пошли. Сюда, ребятушки. Ой, блин. Ой, блин. Вот мое сиденье. А что, в этот раз салфетки не нужны? Прикольно. Защитный шкаф. Возьмите инструмент. А это что такое? А, и кислородная маска. Хорошо. Теперь знаю. Нет, я, пожалуй, оставлю себе это. Оказывается, узнала, что все-таки можно сдохнуть. Ура, хоть какие-то приключения. Тут все это закрыть. Боже, сами не можете. Мне вообще-то тоже это лень закрывать. Что, не пристегнуто? Пристегивайся! Я считаю, все норм. Ну что? Все довольны? Я надеюсь. Все пристегнуты? Что на тебя делать? Садиться, да? Наверное, садиться я должна. А, блин! Да. Все, поехали. Что ж, ребятушки, мы поехали. Все. Всем привет, я в Ютубе. Все, пошли на место. Спасательный жилет, я не знаю, зачем он мне, и кислородная маска. Я помню, я вот играла тут, и этот, короче, кислородная маска была для того нужна, чтобы этот, короче, кислород заканчивался, это, конечно, трэш. Реально. Симулятор, как сдохнуть в самолете. Не очень отлично. Прикольно. О!
приехали. Сейчас тут пятница. Так, что тут есть? Секретный ангенч. Доставка пиццы, потерянные найдены. Нет времени летать. Ну, короче. События Хэллоуин. Подарочки. А, это за коды, все, простите. До свидания. О, это магазин. Это такой магазин второй. А это как чемодан. Вот, я купила себе фиолетовенький чемоданчик и униформу бесплатную. Потому что мне не хотелось тратить на это деньги. Ничего, бывает. Какая самая дорогая тут униформа? Ого! Сколько? Раз, два, три. Все нормально. 13 000 и 500 рублей. Ну ладно, ну ничего страшного. Тяу, тяу, тяу. Это моя любимая фраза, мне кажется. Ну ничего страшного. Тяу, тяу, тяу. Пожалуйста, садитесь. Я что-нибудь села? Что такое? Что не сел? А что будет, если я не сяду? Давай, смените. Они меня сами посадили. Ну ладно. Мне вообще-то обидно. А что там происходит? А, мы разгоняемся. Короче, сейчас самолет взлетит. Заказ ночи, уже суббота. Как быстро время летит! Потому мы сейчас над озером пролетаем. Это туман, походу. Облачка! 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 А что там зеленое? Так вообще не должно быть. Вау! Звездное небо! О, обслуживание тележек, мое любимое. Что ты хочешь? Крендельки. Блин. Блин. Крендельки. На крендельки. Навсегда, пожалуйста. Имбриале. Тоже имбриале хочешь? Ты тоже имбриале хочешь? Нифига себе. Что это за такой популярный напиток? Нужно вариант найти. Так, ты хочешь гумма берны? Гумми бернс? Так, я не знаю. Тут же еще кофе было. Помните? А почему кофе убрали? Меня прям жестко заносит, по-моему. А я? А я? А я? А я? А я? А я? Дверь открыта. Пассажиры вылетели. А при чем тут я? Объясните мне, пожалуйста. Я же не знала, что у нас такой рукожопый этот водитель. Я ж не знаю, что такое рукожопый он. И что нам делать? Прикольно. Ребята. А что? А в смысле? Ребята, выходим. Пошли. Эвакуация. Эвакуация! Мне кажется, мы сдохнем.
Эвакуация. Эвакуируйся. Все, быстро, быстро, быстро. А я вообще в реальности не умею плавать, если вы знали. Пофиг нам это. Короче, все, мы сдохнем. Ну, блин, я не могу. Что делать? А я? На меня вообще вам плевать? Что за подстава? Мне не нравится эта игра. Она подставная. Почему я сдохну? Откройте дверь самолета и убедитесь, что... Все? Ну, хорошо. А я не могу отсюда... Наконец-то. Все. Поехали. Что нам делать? Ну, слушайте, перевозка в пункт назначения. Но я откуда знал, что у нас такой пилот рукожопый? Спасибо. Что, хоть еще деньги не дали? И... Ну, блин, я же не виновата, что пилот рукожопый. Не, ну я тут при чем? Дайте мне хоть денег. Пилот рукожопый, блин. Денег мне не дали. Пилот рукожопый. Виновата я. Адекватно? Не думаю. Не нужен рукожопый. Ну что, я виновата? Он рукожопый. Рукожоп, блин. Не, ну он зарукожопил самолет. Мы чуть не потонули. А я виновата. Дайте мне хоть денег. У меня паника началась. А почему я всех эвакуировала, а меня они там задержали? Нормально? Вот стюардесса подохнет. Вы мне еще зарплату должны повысить. Я понимаю, это просто игра, ну блин. Обидно. Пилот рукожоп. Это, наверное, из-за того, что я тогда не села, да? Или взяла инструменты. От чего это зависит? Но я очень сильно хотела этого. Я хотела увидеть, как это будет. Может, еще раз попробовать? Ладно, все, Матина, хэ. А что будет, если я их не спасу, а сама спасусь? Что это будет? Интересно. Блин. А что мы кофе убрали? Нормально? Спрайт тоже убрали. Горячий шоколад. А можно мне не эконом? Может, я VIP хочу? Бизнес первый класс. Самолет не имеет бизнес первого класса. Вон. Да блин. Ворота 7. Ну пошлите. Не, ну вот это вот по. Вот этот вот рукожоп и вот это вот рукожопа. Че ты говоришь? Че ты говоришь? Я всегда бы хотела быть пилотом. Ага, таким рукожопым, чтобы мне еще зарплату не дали за это. Адекватно. Вот эти вот рукожопы подвели меня, и мне за это не дали денег. А можно я пассажиром стану? Просто реально очень хочется. А, и уже в самолете, типа? Да?
Короче, я, кажется, не знаю, что можно так поступить. Ну что ж. Не, ну я... Рукожопа. Я считаю, нечестно. А че они сюда садятся? Можешь пристегнуть ремень? Вау, тут столько людей. Мне аж понравилось. Вау, какой-то оператор. Можете пристегнуть на ремень? Ютубер какой-то. Что ж, ютубер? Ну ладно. Я надеюсь, она как тут мужик. Не, на... Вот я тоже ютубер. Я тоже ютубер. Вот сейчас снимаю видео. Тем более болею. Ну как болею? Ну астмарк у меня. Зато скоро день рождения. Конечно. Случай. Не, ну а я тут при чем? Правильно? Правильно. Масочка теперь есть. Ну, вот, просто еще раз хочу. Ну, блин, я хочу, чтобы мне деньги дали хотя бы. Можно посмотреть. Можете посмотреть самолет. Ой, не самолет посмотреть, а как он взлетает. Ладно, не буду вам мешать. Я играю без звука, потому что мне потом за это авторские права ложат. Зато я теперь досмотрелась цифрового цирка. Ну ладно. Пожалуйста, садитесь. А я что, не не... Вот эти вот рукожопы меня подвели. Вау. Можно вообще отключить эту штуку? А как ее отключить? А, все, отключить. Ладно. О! Полетели. Стоп. Почему мне все забрали? А их кормила? Я уж все забыла. По-моему, еще нет. Что там пишет? Я не вижу. На ролике посмотрю.
меня зрение нормально, просто... А, печеньки, печеньки. Я ж подумала, это у меня печеньки нет уже. Какое печенье? У меня нет печенья. Но у меня оно есть. Ты кока-колу хочешь, да? Почему я сейчас слышу, что все свои, когда я иду в блок? Не-не-не, вы просто попейте кока-колу, и вам будет нормально. В принципе, я поняла, что к этим блогерам нельзя делать ошибки, или они потом будут жаловаться. И мне пипец. А что это такое? Это вода же, да? Просто иногда очень плохо отображается, я не понимаю, что это. Имбирь Али опять. Я ценю это. А я ценю, когда вы не молчите и не рыпаетесь. Да? А все на английском, вы не понимаете. Что это такое быстрое? А, мусор еще. Это последняя наша поездка. В принципе, потом я заканчиваю видео. И у кого еще мусор? У тебя все. Все это нормально. Убери стол. Мне кажется, слишком грубо. Нормально сядь. Пристегни ремень. Ах, лафа и симири. Вау. Я совершила уже ошибку с ней. Что ж. Но он сказал I love мне. Потому что типа я люблю. О, земля, давай. Что за тряска? Шторм? Что-то такое. Просто они так собрались из тучи, я подумала, шторм какой-то, чего. Там домики были. Верните меня к домикам. Ну что ж, на этом мы закончим. Деньги я получу. Эти рукожопы от меня получат. Ну, а на этом закончим. Всем пока, ребята.